Сегодня хоть не сожги, пожалуйста. Не сожгу, не волнуйся, брат. Ему интересно. Да? Да. Вкусная еда. Да, воздух здесь паршивый. Пробки сплошные, но... Мне кажется, тебе понравится. Да, вот здесь построите гараж. Соберете с папой машину. Ну что, построим? Только что первой машиной был Чарджер. Ну, лучше Скайлайн. Я же сказал, он еще и Торетто. Не путай ребенка. Мия, и ты ему это простишь? И вправду уедешь. В Токио. Да, в памяти Жизель. Если что, мы поможем. Только позови. Эй, Мия, детский шампунь под угрозой. Да я пошутил. Ох, получишь ты у меня, толстолобик. Я же пошутил. Ну ладно. Это совсем не смешно. Вот решение. Обвинения сняты. А круто вы на меня поработали. Но мы-то знаем, что это ты на нас поработал. Не ссорьтесь, мальчики. Спасибо. Удачи. Елена, Лети? Сейчас подерутся. И это так секси. Большое спасибо за все, что ты сделала для него. Для нас. Елена, ты просто чудо. Это он необыкновенный. Да, так и есть. Ты не давай ему лезть в пекло. Если бы это было возможно. Это точно. Ты неплохой парень. Не думал, что зауважаю преступника. До скорого. До скорого. Елена. Ты можешь с нами остаться. Я знаю. Но это твоя семья. Ты должен быть с ними. А это моя семья. И я должна быть с ней. Так, ребята, пора есть. Может, вам помочь? Все сделано и все готово. Спасибо. Ну все уже, давайте есть. Вкусно. Начал есть, читай молитву. Это закон точно. Этого дома. Закон. Да ладно, не проблема. Что я, молитву не прочитал? Так ничего я не вспомнила. Ну вот, это я не помню, это не знаю. Тут слово подскажите. Да ладно. Нет. А сам-то помнишь? Я с детства все молитвы знаю. Но чувствую, что я дома. А мне этого хватит. Издевайся. Ну все уже, давайте начинать. Ну что, Роман, благослови наш стол. Отец Небесный, спасибо, что собрал ты вместе друзей. Благодарим тебя за решения, нами принятые, ибо они делают нас теми, кто мы есть. Помоги нам всегда помнить любимых, которых мы потеряли. Благодарим за то, что ты послал нам этого ангелочка, ставшего новым членом семьи. Благодарим, что вернул домой Летти. Но больше всего благодарим за быстрые тачки.